Уже в эти выходные в Сыктывкаре состоится республиканский турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Александра Власенкова, героя России, мастера спорта, победителя первенства мира и России. Зал детской спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 соберет спортсменов из Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Кировской, Архангельской и Вологодской областей. Это единственный спортсмен в России, рукопашник, который выиграл первенство мира и погиб, и посмертно получил героя России. Живой пример нашего бойца, воспитание нашей молодежи, его подвига. Это идет, как говорится, воспитание характера и силовой воли наших мужчин, будущих защитников Родины. Соревнования пройдут с 25 по 26 ноября в Сыктывкаре на базе спортивной школы номер 2 по адресу Савина 81/1. Начало в 10 утра.